Итак, речь пойдет о кодовом замке «Стукачок». Вот это у нас пьезоэлемент, его там стоит он, короче, вообще ничего не стоит, там пару копеек. Я вот его прикладываю к столу, прижимаю, просто прижал, чтобы он лучше слышал. Вот это вот само наше устройство. Это кнопка программирования, сам микроконтроллер от ENI-13. Нажимаем на кнопочку, горит красный светодиод, это мы в режиме программирования. Начинаем настукивать код. В данном случае у нас три цифры, вот оно все три цифры записало в память. И готово к работе. Светодиодик красный потух, значит мы вышли из режима программирования. Синенький диодик моргнул, значит правильно. Раз, два, три. Неправильно. Красный моргнул, неправильно. Сначала. Правильно. Раз, два, три. Раз, два. Ай-яй-яй. Сейчас. Тут. А вот этот светодиод, его в кадр не попал, холера заразная. Сейчас я что-нибудь спалю. А это у нас светодиод, который уже нам как бы дает команду дальше там куда-нибудь. В данном случае человек попросил, чтобы на пляже, уходя из машины, он включал тумблером это устройство. И потом, приходя когда с моря, не имея при себе ни ключей, ничего, он мог настукать в дверь машины, допустим, код. И машина у него откроется. Все, машина зелененький, код узнался, машина открылась. Изменить код не проблема. Нажали на кнопочку, настучали свое. Оно запомнило, ну и так далее. Вот такое вот, в общем, кино.